Семья, всем привет! Сочи, Краснодарский край! Соскучились, мои дорогие, соскучились! Где Дмитрий Александрович потерялся? Дмитрий Александрович, мы соскучились по тебе, мои хорошие! Болел, ребята! Я болел, Катюха болела, дети болели, все болели неделю. Ребята, голова болела 5 дней, думал, я говорю, отрежьте мне голову. Так болело, что просто ужас, ломало нереально. Ребята, ну мы возвращаемся потихонечку. У нас сегодня выходной, я занимаюсь семейными делами. И весь день езжу с малым там по занятиям. И вот я проезжаю на Яна Фабрициуса, вспомнил, что у меня здесь есть апартамент небольшой на продажу. Это как раз таки касается тех людей, у которых нету, ребята, 6, 7, 8, 10, 15, 100 миллионов для того, чтобы покупать себе жилье в Сочи, дома, квартиры и так далее. А у кого есть 3 миллиона 800 тысяч рублей на Яна Фабрициуса, ребята, вот он, апартаментный комплекс на Яна Фабрициуса, прямо на Яна Фабрициуса, около рынка нашего, центрального рынка, ребята, вы все знаете его прекрасно. 2 километра до Дендрария отсюда пешком, 2,5 километра до моря, ребята, 10 минут вы доедете до морпорта без проблем. То есть мы находимся, в принципе, в центральном районе, на улице Яна Фабрициуса, вот он вам магнит, прям в этом, вот, прям здесь, вот здесь, прям над магнитом, ну не над магнитом, там, а вот здесь, ребята, вот здесь, вот он, наш апартамент, без проблем, он небольшой, совсем такой маленький, мазенький, мизерный, 14 квадратных метров с копейками там, ребята, значит, 3 миллиона 800 тысяч рублей, это для тех людей, которые, в принципе, с частичным ремонтом, кстати, там везде лежит уже плитка такая итальянская, там везде теплый пол, там выведена сантехника, выведена под кондиционер, там, значит, все сделано по вентиляции, штукатурка, шпаклевка, то есть осталось, в принципе, поклеить обои, поставить кухонные гарнитуры, можно, в принципе, заезжать. Это хорошая цена, это цена ниже, чем у застройщика, она конкурентная, потому что по такой цене здесь особо ничего нету, вы можете как бы посмотреть и убедиться в этом самостоятельно, и поэтому, ребята, это именно для тех людей, у которых вот есть 4 миллиона, 3 800, и они говорят, ну мы все равно хотим иметь свой угол в Сочи, нам не нужна прописка, мы хотим приехать, покататься на лыжах, там места, ребята, почти нет, что такое 14 метров, давайте серьезно, ну это вообще ничего, по большому счету, но у нас продаются, ребята, и 8 квадратных метров, и 10, и 12 квадратных метров, и есть статус там жилое помещение, поэтому в данном случае апартаменты 14 метров для меня лично особо как бы неприемлем данный формат, потому что ну как бы я не люблю вот эти маленькие, вот это где много людей, но я все равно анонсирую, показываю, потому что мало ли что не люблю я. Это все, ребята, выкуплено, все раскуплено, там еще много корпусов, масса просто жилых помещений, таких же корпусов, которые тоже, ребята, раскуплены, поэтому у людей это пользуется спросом за счет цены, потому что человек хочет иметь квартиру в Сочи, а 10 миллионов у него нет. Поэтому если 3 800 и статус апартамента вам подходит, ребята, приезжайте, смотрите, сейчас покажу вам, как он выглядит. Ну что я вам должен сказать, господа, определенным образом, конечно же, муравейник. Вот я внутрь зашел на, так сказать, придомовую территорию, вот он, это наш корпус с внутренней стороны, соответственно, и здесь у нас вот подъезд наш, да, пятый, ну как бы он первый, ну как бы пятый, да. А вот, соответственно, он уже, естественно, сданный, так сказать, проблем никаких нету. Мы идем на регистрацию ФРС. Это у нас здесь 20 подъездов, чтобы вы понимали. Это и все один корпус с двух сторон здесь и с той стороны. То есть, я не знаю, здесь по 10 подъездов или больше с этой стороны и с той, соответственно. Вот здесь тоже, соответственно, все распродано. Это у нас тоже ЖПшки. Если это у нас статус апартаменты, то вот это все корпуса, это статус жилое помещение. В конце, кстати, у нас таунхаусы. Ценник сейчас на таунхаусы, там, если не ошибаюсь, 126 квадратных метров. Цены на сегодняшний день у нас 25 миллионов рублей. 25 миллионов рублей. Я просто прогуляюсь, пока здесь особо никого нету. В этом-то корпусе уже многие люди как бы живут, да. Ну, знаете что? Показываем то, что, собственно говоря, на сегодняшний день имеем возможность показать за ту цену, которая на сегодняшний день как бы реальная и объективная. Да? Не каждый человек может себе позволить купить там дороже. Да, для меня, например, ну, не совсем приемлем такой формат, вот честно вам скажу, не совсем приемлем такой формат, но с другой стороны, задаю себе вопрос, что я могу купить за эти деньги, да, и где я могу купить за эти деньги. В принципе, мы находимся с вами, ребята, на Яна Фабрициуса, да. Поэтому ну, нужно понимать, что за эту локацию, да, это хорошие деньги, хорошая цена. А вот они, таунхаусы, собственно говоря, с этой стороны, я с той стороны не буду обходить, чтобы вы понимали, вот здесь три входа, три таунхауса, вот, сейчас уже цена на них 25 миллионов 126 квадратных метров, ну, вот таким вот образом они выглядят, у них типа здесь своя, так сказать, типа небольшая придомовая, ну, совсем небольшая, чтобы вы понимали, да, в окружении, так сказать, вот таких вот ЖПшек. Это реалии, ребята, нашего времени, и люди, несмотря ни на что, люди все скупили, да, там у нас Diamond, вот тоже апартаментный комплекс,
Ну, в общем, вот такая вот история. Вот такая вот история, собственно говоря. Сейчас я поднимусь, покажу вам эту небольшую как бы студийку, да. Ну, это вот как раз для тех людей, которые периодически обращаются с запросами, а что можно купить, ребятам вот в районе там, грубо говоря, 3-4 миллионов. Вот это реальная картина на сегодняшний день. Вот это можно купить на сегодняшний день за эти деньги. В принципе, если человек один, и ему просто хочется иметь свой уголок в Сочи, ну, почему бы нет, да? Понятно, что он не купит ни на Мамайке, нигде. То есть там хотя бы надо иметь там, не знаю, чтобы купить полноценную студию, там 30 квадратных метров, 10-12 миллионов, там что-то простенькое там на первом этаже, которое переведено из нежилого в жилое, там хотя бы там 6,5-7-8 миллионов. Ну, то есть, давайте зайдем и посмотрим студию. Получается, да? Значит, при входе у нас с правой стороны сразу зона санузла, стены, штукатурка, шпаклевка уже выполнена, на полу плитка. Везде теплый пол, вот установлены, соответственно, светильнички. Вот у нас санузел, получается, здесь поместится только душевая кабинка и все необходимое, так сказать. Ванной там не будет. А здесь кухня, гостиная маленькая, конечно, но, тем не менее, есть что есть, да. И вот она, кухонная зона, соответственно. Здесь где-то, соответственно, надо обеденную делать место. И вот спальня, наверное, скорее всего, место, да. И световая точка. Световая точка. Ну и, в принципе, вот такой вот вид. Понимаю еще раз, что вы очень сильно соскучились, да, вы просто жить без меня не могли, и я реально не мог жить без вас, ребята, но потихонечку прихожу в себя, честное слово, потихонечку прихожу, еще немножечко что-то побалит, что-то поламывает, но тем не менее, мужчина не должен жаловаться, мужчина должен идти вперед, работать и так далее, ребята, мы без работы не можем, потому что мы от нее получаем удовольствие искреннее, поэтому, ну, в общем, вот такая вот история, вы поняли, что за апартамент, в принципе, не надо здесь углубляться, что-то глобально говорить, кому будет интересно, наберите, напишите, я все расскажу подробно, покажу, ключи на руках, проблем никаких нет, ценой все тоже, ребята, понятно. Желаю вам всем счастья, здоровья, любви. Мы с малым поехали дальше, купили помидоров, огурцов. Что мы еще купили? Ничего, собственно говоря. Сейчас еще поедем, у нас сегодня суббота, а мы сейчас еще поедем, покажем, возьмем сейчас клиентку, одну бабулечку, у нее там дочка инвалид, тяжелая ситуация. Короче, поедем сейчас ей показывать на Мамайке одну квартиру и еще одну на этой, на Пятигорской, короче, там вверху, короче, ближе к Лысой горе. Вот, надо, короче, ей все это дело показать. В общем, короче, выходным особо не получился. Возвращаемся в рабочий процесс. Вы будете счастливы, здоровы. Не забывайте, мы здесь, скоро будем выходить какие-то эфиры, будем что-то снимать, показывать. Погода, будем надеяться, наладится. У нас вверху, кстати, снег нереально лежит. Просто здесь вроде как бы уже весна. Ребята, в общем, дай бог, самое главное, ребята, это здоровье. Я вам точно говорю, все остальное вообще не нужно. Все, я вас обнял, я поехал дальше.